Друзья, в продаже у нас появилась Toyota Highlander 2012 года. Автомобиль на бензиновом двигателе объемом 3,5 литра, 273 лошадиные силы. На автомате, на полном приводе. Автомобиль имеет всего 4 владельца, без ДТП, в отличном внешнем состоянии. Также отлично по технике. Салон в отличном состоянии для своего года. Парктроники, круг противотуманки, литые диски, повторители на зеркалах, рейлинги на крыше, бесключевой доступ, камера заднего вида. Внутри у нас кожаный салон, электропривода передних кресел, электрорегулировка зеркал, электростеклоподъемники, обогрев лобового стекла, электропривод багажника. Мультируль, штатная мультимедиа, климат-контроль, кондиционер, подогревы передних кресел, зимний режим, система старт-стоп, круиз-контроль. На втором ряду у нас три места, собственный климат-контроль. Автомобиль семиместный, имеет третий ряд сидений. Также третье место можно использовать в качестве подлокотника. Имеется другой подлокотник. Электропривод багажника. Третий ряд раскладывается очень легко. Достаточно просто дернуть за ремень. И готово. Отличный автомобиль в отличном состоянии, хорошей комплектации, 12-й год, 273 лошадиных силы, без ДТП.